Здравствуй, дорогой дневник. Вчера девочки помогли мне устроить романтическое свидание с Эдрианом. Ну, попытались устроить, хотя все пошло не по плану. Но девочки все равно меня поддержали, как обычно. Они действительно лучшие. Они вдохновляют меня каждый день, каждая по-своему. Вот бы мне перенять их черты. Мою лучшую подругу Алю ты, конечно, уже знаешь. Она мой личный стратег. Благодаря ее хитроумным планам я наконец-то сумела поговорить с Эдрианом, и мы с ним стали добрыми друзьями. Хоть я и хотела бы большего. Но для этого нужно еще постараться. И тут мне бы пригодилась храбрость Алекс. Алекс никогда не отступает перед трудностями и никому не позволяет себя запугать. Она всегда знает, что сказать. Хватит этих глупых споров. Будешь смотреть, как у меня пятки сверкают. В отличие от меня. Мы можем подвезти тебя домой. Нет, не надо. Я поеду домой на риски. Спасибо. Мне не удается так свободно говорить о своих чувствах, как Милена говорит с Айвоном. Они невероятно милые. Наверное, мне не хватает романтичности, которой в избытке у Роуз. Это так романтично. Но когда я хочу сделать что-то романтичное, все идет наперекосяк. Маринет? Роуз во всем способна разглядеть светлую сторону. Она никогда не сдается. И меня тоже подталкивает к действиям. Взять Джулеку, самого застенчивого человека на свете. Даже она умеет преодолевать себя, многому научившись у наших подруг. Они настоящие супергероини. Всегда меня спасают, сами того не подозревая. Еще минутку, Леди Баг. Спасибо, девочки. Когда в следующий раз Леди Баг нужно будет отдать кому-то талисман, она наверняка вспомнит о них. Я все тебе расскажу, мой дорогой дневник. А пока до встречи!